Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 20 сентября. В этот день предки наши наблюдали за небом и подмечали: черные тучи — будет дождь, а вот белые облака сулили ненастье. А если журавли высоко и медленно летят, осень будет холодной и дождливой. Была еще у них и такая примета: если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы, а ежели высоко, зима будет поздней. А вот коли шишки закрываются и становятся плотными, значит, близится ненастье. А какая же погода ждет нас завтра, 20 сентября? Сейчас я вам об этом поведаю. Вот в селе Огонек Погарского района Брянской области плюс 15. Осень нынче выдалась ненастная. Эх, солнышко сельчане еще не скоро увидят. В деревне Огнево Междуреченского района Вологодской области завтра плюс 5 и ветрено. Не жарко, прямо скажем. Но зато дожди приостановились. Правда, только на время. В селе Огарево Рузаевского района Мордовской республики столбик термометра поднимется лишь до отметки плюс 8. И еще возможен дождь с грозой. Ненастье задержится надолго. А вот в селе Огоньки Анивского городского округа Сахалинской области плюс 17 и яркое солнце. Видимо, своими искренними молитвами ко Господу местные заслужили такую благодать. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!